Привет всем на канале Farul TV, игра Assassin's Creed Откровение. Конечно же, мы продолжаем. Но перед тем, как отправиться на задание, мы посетим довольно-таки интересное место под названием «Спрятанная гробница». Ну или просто «Спрятанную гробницу» мы посетим. И да, вы, наверное, обратили внимание на экипировку. Это та самая броня Альтаира или же одеяние Альтаира. Только использует это Эцио в этой части игры в своем таком возрасте. То есть все совершенно верно, вы не ошиблись. Все нюансы экипировки такие же, как у Альтаира, поэтому давайте приступать. Наверняка знакомое место, согласитесь. Можно еще осмотреться. Темница Влада Пронзателя известна нам и отмечается на карте. Ну, соответственно, я не говорю, что мы сразу попадем в гробницу, поэтому давайте мы для начала уже посмотрим, где находится фрагмент данных анимус. Это понятно. А Влад Пронзатель... Спрятанная гробница есть, и, видимо, все, да? Ну, в принципе, не так уж и далеко, учитывая, что мы можем использовать тоннель. Да, который как раз-таки совсем и рядом. Что же, загрузились, кажется, да? Да, и, как я говорил, довольно-таки рядом. Или же близко. Как можно было так опозориться? Побежали. Сундучок по пути можно открыть. Замечательно. И вот, да, очередной сундук. И вот, собственно, наверняка сама гробница. Скажете вы, наверное, здесь мрачно и, может быть, даже отчасти страшновато. Итак, гробница Пронзателя. В 1485 году граф Влад III Цепиш, который действовал в Валахии, был убит в битве с атаманами. Баязид II потребовал, чтобы ему привезли в качестве доказательства голову того самого Влада, которая была спрятана в надежном месте. А наша цель — осмотреть подземелье султана, найти место последнего, место, собственно, где и остался Влад Пронзатель. И все это нужно пройти в течение 7 минут. Значит, у нас времени на раздумья так таковые нет. Действовать нужно быстро, точно, ни на что не тратить время. То есть там какие сундуки... Особенно, я скажу, Эцио, у нас нет времени на ошибки, то есть и там падение, перезалазание и все тому подобное, потому что зачастую бывает виноват сам персонаж.
из-за управления такого вот у него, которое сделано. Некоторые моменты здесь специально так устроены. Но тем не менее, все же основные сегменты действия я озвучу. Но мне здесь как-то интересно. Знаете, здесь я по настроению ничего такого страшного не замечаю, а наоборот как-то загадочно. Тем более это развалины. То есть здесь кто-то раньше был, а теперь нету. И все такое. Надо правильно понять, куда двигаться, а то будем тут голову ломать. Все верно. Так, так, так. А ты тут схватишься куда? Да. Контрольная точка обнадеживает. Ну, что-то я не понял, что это он так упал. Здесь уже какие-то были останки, и вот снова. Возможно, мы где-то на половине пути уже. Ну, хватит по стенам бегать. Хотя я точно не знаю, поэтому утверждать и загадывать не буду. А лучше побежали дальше, пока есть время. Ну чё ты вот супер-трюк-то не делаешь, а? Супер-пупер-трюк с перепрыгом. Ладно, это я немного неудачно пошутил, но тем не менее... Чего? Куда? Наверх? Да вы издеваетесь, тут плохо видно. Куда ж тут взбираться-то, а? А, вот куда? Но некоторые моменты здесь реально темные какие-то прям закоулки. И сразу заметишь, что здесь можно забраться. Молодец. Ну и чё? В сторону предлагаешь прыгать? А, выше. Вот только не ухватись. Ухватился. Я подозреваю, спрыгивать не рекомендуется. Крайне не рекомендуется. Ну-ка, ну-ка. И чего? Или наоборот нужно спрыгнуть? Что-то я сомневаюсь, что нужно спрыгнуть. Оттуда мы прыгнули сюда. Я думал, здесь не ухватится. А он вот вдруг взял и ухватился. И теперь давай, давай, давай. Все, все верно, я не ошибся, что спрыгивать нельзя вниз нам. А наверх что-то он теперь особо и не хочет. Эцио, блин. Смешно. Не смешно, не смешно одновременно. Ну, как-то странно. Выше он не хватался. Странно, почему? Почему он
не хватался. Куда? Довольно странно. Возможно, там что-то мешает. Но уже мы убедились, что в сторону прыгать нельзя, иначе the end всем этим приключениям. А вправо? Вправо тоже никак. Вернее, извиняюсь, влево. Вот я думал, там другой вариант. Но если вот вправо, и опять-таки здесь вправо тоже никак. Если ниже спуститься здесь как-то. Да. И что? Вот, этого я от него добивался, но он почему-то прыгнул в сторону. Почему, даже не знаю. Я уже ранее неоднократно говорил, что управление бывает чутковатое. Командуешь персонажу одно, а он делает вообще непонятно что. Мы уже добрались до назначенной цели. Что мы здесь берем? Влад Цепиш. Это его меч. Довольно-таки интересный. Задание выполнено. Пройти все за 7 минут или быстрее. Вот. Взаимодействуем, то есть уходим. Успешная награда, довольно-таки интересная. Такой вот меч, который наверняка мы можем использовать. Да, по внешнему виду очень интересный. На этом мы завершаем. Большое всем спасибо за просмотр. Мы обязательно продолжим. До новых встреч!